международное сообщество на фоне циничного молчания тех субъектов, которые позиционируют в качестве не только поборников мира, но и посредников, а это Россия в первую очередь. И они решили солидаризироваться с этими средневековыми тремя японскими обезьянками, да? Не вижу, не слышу, не говорю. Но зато рвутся сюда отправить каких-то наблюдателей. Нет. Входным билетом в наблюдатели являются открытые заявления о неприкосновенности территориальной целостности Армении, об агрессивных действиях Азербайджана, о том, что войска Азербайджана находятся на данный момент на территории Республики Армении, они должны быть выведены. Вот только те субъекты, у которых такая позиция, будут приглашены в Армению на армяно-азербайджанскую границу. Сколько бы товарищ Затулин не занимался бы самоистязанием в эфире одного из армянских телеканалов.